Кресло на дороге – это не намек, что пора отдохнуть. Его поставили, чтобы отметить место, где провалился асфальт. Яма довольно глубокая, зато креативно оформлена. Рязань скоро из города с самым большим количеством ям превратится в город, где научились из каждой выбоины делать арт-объект. Заделать ямы не спешат, зато повесили знак «Дорожные работы» с надписью «Работай, умри». Рядом получили вторую жизнь холодильник «Минск» и кухонные полки советских времен. Их, как и кресло, сначала выбросили в мусор, но потом передумали и решили, что они еще послужат на дороге. Этот провал шире, больше метра в диаметре и глубже, сантиметров 40. Если заглянуть в яму, видно, под асфальтом продолжает размываться песок. Вот буквально, наверное, 2 дня назад. Ну вот жара как это была. Последний вот день жары, как раз вот эта вот яма, она и у нас провалилась. Ну тут же водоканал, он как это самое, они песком засыпали, и тут же сразу асфальт. И все, а вода-то подмывает. Поэтому такие ямы. Это не единственные сюрпризы, поджидающие водителей на дороге. На соседней улице Щедрина яма еще больше, занимает целую полосу. Еще одна яма глубиной более 1,5 метра на улице Щедрина. Ее никто не спешит заделывать, хотя есть риск, что асфальт будет обваливаться дальше по краям. Пока ямы огорожены и аварий из-за них на дорогах не было, но неизвестно, как дорожное полотно отреагирует на погоду. Синоптики обещают, что все выходные будет идти дождь, а значит провалы могут увеличиться. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».